Здравствуйте, меня зовут Мальцева Ирина. Я являюсь дольщиком жилого комплекса «Три кита», вторая очередь. Я покупала свою квартиру в ноябре 2016 года. Когда покупала квартиру, лидер групп мне обещал, что уже через полгода я смогу заехать, смогу сделать ремонт и жить-то вместе со своими двумя маленькими дочками. Я обрадовалась, думала, отправлю в детский садик в Мурино, потом отправлю в школу. В итоге у нас сейчас ноябрь 2019 года. Квартиру я до сих пор не получила. Видимо, в детский садик, может, в Мурино так и не походим. Насчет школы я не знаю. Лидер групп обманул меня. Я выплачиваю ипотеку. Я работаю на двух работах. А лидер групп стоит и на нас никак не реагирует. Уважаемое правительство, Владимир Владимирович Путин, Некрасов, не знаю кто, давайте достройте наши дома, чтобы мы наконец-то смогли туда заехать. Мы все оплатили, мы тянем свои семьи, мы платим ипотеки, мы снимаем жилье. Пошевелитесь, пожалуйста, немножко. Нам нужны наши квартиры.